этот день выборов – это день выходной, я все понимаю. Но очень важно, чтобы вы пришли на избирательные участки и проголосовали. Вы прекрасно знаете, что происходит в других городах. К примеру, Бейт-Шемеш, вы знаете, что там происходит, я не должна вам это говорить. Потратьте 3, 5, 10 минут вашего времени и повлияйте на ситуацию в нашем городе.